Ряд государств БРИКС входят в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масличных культур. В этой связи предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности. Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания. Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу.